Ребята, всем здравствуйте. С вами я, Андрей Сухин. И сегодня, друзья, у меня будет рейс по России. Поеду из Невеля до Великих Лук. А вам желаю приятного просмотра. Садитесь поудобней. Приятного аппетита, если решил кто-то под мой видеоролик покушать. Вот, готовьте там чаек, кофеек. Ну и приятного просмотра. А я буду садиться в Сканию. Запускаю Сканию. И в итоге... Поехали, Великие Луки. Буду потихонечку выезжать, выдвигаться. Так, меня пропустит? Нет. Вот какие тут наглые водители в Невеле. Ты посмотри. А вот и сотрудники ДПС. Почему они не наказывают водителей? Ну, а у меня Скания, прицеп кроны, шторка. И отлично. И поехали. Давай, давай, ехай. Так, тут у нас пост ГИБДД, ДПС. Пост. Ну и давайте я вот тут вот так как-нибудь припаркуюсь. Заглушу двигатель. Подойду к инспектору ДПС. Ну и покажу ему документы. Поехали, Великие Луки. С инспектором ДПС я пообщался, показал ему мои документы все и на груз, вот. Ну и поехали. Едем в Великие Луки. А слушайте, друзья, я даже и не знал, что я так быстро доеду до Великих Лук. Ну, хотя, неплохо. Покатаемся сегодня и прокатились. Ну, а тут, как я понимаю, мне вот сюда, направо. Ну что ж, друзья, вот я и приехал в Великие Луки. Хотя я сам не ожидал, что так быстро приеду в Великие Луки. Но хотя тоже и в реальной жизни вроде не так долго ехать от Невеля до Великих Лук. Вот. Но кому такой рейсик по России, если понравилось... то лайк, колокольчик и подписывайтесь на мой канал. И, ребята, хорошего дня, настроения и всем пока. И с вами Андрей Сухин был.